Ну что, ребятушки, включила новое видео, иду. Дедушка решил, который мне, он там впереди бежит, решил сделать, показать, какой он спортсмен, и пробежать. Вот, посмотрите, да? Тоже скамейка наша, тоже, мне кажется. Вот прям тащили ее сюда наверх, чтобы специально сделать скамейку, да? Вот. Просто вот вообще ширина вот этой дороги меня, конечно, впечатляет. Кстати, здесь был какой-то, знаете, прорыв, да? Знаете? Но при этом тут тоже, посмотрите, какой мощности, видите? Но была здесь дырка, и она, скорее всего, по их пониманиям, это был смысл этой дырки. Боже, ребята, это вообще, конечно, это просто супер. Супер путешествие, на самом деле. Пусть даже не в солнечную погоду, но даже лучше, я говорю, снимать, потому что, мне кажется, я бы уже тут умерла бы. Вот. Идти, я все вспомнила, как я месяц назад тоже вот по таким галькам, так там еще вообще острые были, просто острые. Шла. Вот. И вот сейчас вот опять у меня вспомнилось это. Я так отвожу камеру, чтобы не снимать людей. Фу. И вот посмотрите, постоянно вот эти вот штуки. Постоянно вот эти штуки, видите? Станции эти, да? Постоянно, посмотрите. Вот так вот. И там дальше даже уже. Ну, сейчас мы подойдем. Вот посмотрите, здесь как идет, да, кстати. Это просто не... нереально. Там вот, посмотрите, как она загибается даже, да, смотрите, линия. Так, на обратном пути я, может быть, их подробно все-таки засниму. Надо сначала, смотрите, бежал, теперь уже сел и сидит. Вот так вот. Надо распределять свои силы. Я теперь уже поняла после той горы, что надо все-таки себя жалеть. Тише едешь, дальше будешь. Блин, посмотрите, как здесь. Здесь кладка пока еще идет, смотрите. Да еще и с дырками, видите, дышит. Дышит. А тут, посмотрите, просто массив уже. Видите, не образовалось. Не образовалось, видите? Гора. Посмотрите. Посмотрите. А? Видите, как соединяется. Просто гора со стеной. А тут уже массив пошел, видите? Но у нас вот это вот идет. Идет. Тут массив, видите? Блин. Там я вижу какие-то типа что-то в стиле какого-то костылушки наверху. Опять тут дом еще какой-то, посмотрите, даже дом какой-то, поглядите, дом, да еще, посмотрите, офигеть, заброшенный, смотрите, заброшенный дом, смотрите, явно фильм ужас такой, да? Как они говорят, слэшер, 41-й, смотрите, тоже такой, 41-й год, да? Знаете, киньте здесь вечером, да? Никого нет, вообще, лепота. Всякие привидения гуляют. Смотрите, как бы дорога, да, видите? Да, пошел резкий подъемчик, ребятушки. Посмотрите. И вот, видите, все время вот эти штуки наши. Знаете, с линиями. Все время эти штуки. Сейчас я подойду. А посмотрите, какая лестница, да? Там была фреска. Знаете, знаете. Пока не буду я тут останавливаться, говорю, ребята, это
Это надо, знаете, силы беречь на подъем. Вот посмотрите опять. Посмотрите. Кладка образующая. Видите? Сама себя образует. Посмотрите. Никто ее здесь цементом не рисовал. Это она сама себя вот так делает. Даже видно, вот прям раздлиновка. Поглядите. Видите? И вот эти трубы роста, видите? Пошли. Видите? Которые потом колонны образуют. Вот так вот. Ну что, рывочек. Вот посмотрите, какие, да, тоже линии, кстати. Стена так и продолжается, и все время с дырками, посмотрите. И дырки так иногда. Здесь вот две, например, потом нету, потом одна. Смотрите, туда идет куда-то, видите, смотрите, видите, там что-то, сейчас мы увидим, что, смотрите, дорога такая, и опять вот эти, вот, смотрите, опять вот эти недоделанные, смотрите, трубы такие, столбики эти недоделанные, смотрите, такие они еще некрасивые, знаете, вот, идем дальше, сейчас посмотрим, что там, смотрите, тоже дом. Офигеть, это дом, видите, вообще, лампа такая, смотрите, дерево красивое, смотрите, тут норка, да, красиво, да и дерево какое-то красивое, да, живое, главное, прям видно, что оно не сухое. Там есть человек. Есть человек там. То есть там живут. Видите? Там живут. Видите, дедушка там работает. А они тоже обсуждают. Это не заброшено. Тут еще трава, блин. Где я иду, тут, посмотрите, оставки такие белые вымощенности. Фу, блин, знаете, так тяжело идти. Ой-ой-ой. Даже по траве еще тяжелее идти, чем по вымощенностям. Ребятушки, это вообще просто... Фу, испытание, знаете, испытание. Залезть на это. Это вообще... Я еле-еле уже иду. Просто вообще... По-моему, сейчас будет вообще такой подъем. Посмотрите, я вижу там уже. Фу. Блин. Офигеть. Блин, тяжело. Уже месяц не делала этого. Ноги уже по горам давно не ходила, ребята. Фу. Я сделаю это, я сделаю ради вас. Посмотрите, как вот мы уже это неоднократно видели, видите? Поворот, посмотрите. Видите, как вот эти вот каменные линии. Вот. Штука это уже более такая тоже мощная. Идем. Обязательно шар такой, да, посмотрите. И стены, посмотрите, как разделяются. Посмотрите. Посмотрите. Смотрите. Смотрите. Все скобами сделано, видите? Кто тут? Кузнец такой, да? Скобами все уложил. Посмотрите, какие ворота сейчас опять. Как издеваются, да? Давай, иди, типа. Чищай свои грехи. А вот вы такие прям, блин, безгрешные там стоите. Линии наши. Ты, небось, амброзии
электрон там засветился. Смотрите, здесь уже, кстати, арка была, смотрите. Или начинается, видите, видите? Арочка, смотрите. Блин, как хорошо, что я не ела, ребятушки. Мне сейчас так хорошо. Вот. А если бы я что-нибудь поела, посмотрите, что здесь из гранита сделано. Если бы я поела, все. У меня бы заболело бы все. Фу. Посмотрите, как тут. Да? Соединено, посмотрите. А? Как круто, да? Гранитики все соединены. Давай тут, посмотрите, да? Для собачки. Видите? Все мрамором, гранитом. Цветочки еще какие-то. Ромашки. Да, детей сюда лучше не надо тащить, потому что, ребята, очень тяжело подниматься. Ну, нереально. Нереально тяжело. Смотрите, видите, как линия, да? Я вам говорила, поднимается, опускается. Да, здесь куда нужно идти? Скузи, дома где вон дара де солау? Окей, грац. Ma qui un'altra. Смотрите. Здесь какое ворота, да, посмотрите. Страшные эти наши, посмотрите. Страшные наши. Да, да, все. Va bene che un chilometro, però anche sopra. Va bene, io ho fatto 52 gallerie. Non so se conosci. Ah, sì. Là, infatti. Мари! Дай, фай скат. Видите, какие стены? Да? Смотрите. Это он сказал, что тоже можно приехать туда, приехать, но это будет не оригинальная дорога, ну, не настоящая, в общем. Не первоначальная. И тут у нас, посмотрите, тоже, смотрите, смотрите. Никто не видит, кстати. Там тоже, видите, уже стена как бы образовалась. Видите? Тут у нас, видите, просто туда идет проход в глубину. Смотрите. Видите? Давайте посмотрим. Ну так, недалеко. Но спрятаться можно, друзья. Главное, перелезть забор, да, этот. Вот, посмотрите, это вообще, да, супер. Ну и как обычно, наша вот эта, она как будто издевается, вот эти штуки, да? Километры, представляете, еще эти километры, ребятушки. Эту штуку я пока не буду снимать, тут все в наших линиях, посмотрите. Посмотрите, они как будто собой, между собой, может, разговаривают, я не знаю. Передают сигнал наверх, вниз. То, что, ну, по всей дороге, по которой я иду, они стоят, да? И практически все плюс-минус в одну, посмотрите, да? В одну размер, в один размер. Скоба тут, посмотрите, опять скоба. Ой, ребятушки, я просто, я балдею. Да, тяжело, но я балдею вообще неимоверно балдею. Так, сейчас дойду до той штуки и снова видео включу. Тут, видите, вылезает скала, посмотрите. Скала, а тут кирпич тоже виден. Тут дырка, видите. И тоже наискосок, видите? Фу. Да, спортом здесь классно заниматься. Конечно. Накачаешь ноги, ой-ой-ой. Фу, иногда, знаете, не могу говорить, потому что надо дышать. Вот я и так дышу не через нос, а у меня еще больное горло, не забудьте. Я опять, короче, в автобусе, у меня запершило горло. Я съела таблеточку эту ментоловую и начала кашлять. Ой, не могу, люди вообще все на измене сидят. Я так грыжу сейчас, вообще, конечно. Это вообще просто. Сидят на измене.
У вас эти, знаете? Тут гусь какой-то, как мы вчера видели, да? Утка-гусь, видите? Лебедь. Ну, я иногда вот так останавливаюсь, чтобы чуть-чуть отдохнуть, ребятушки. А на самом деле, честно говоря, хочу все-таки сначала подняться туда. У меня уже... Посмотрите, да, как там, видите? У меня уже это... Опять, что было на 52 галереях, у меня пошел пот. Уже я чувствую, стекает с висков. Это вот, надо же так потеть, да? Опять вот, посмотрите, обратите внимание, в середине есть две. Видите, есть, соблюдается как рисунок, видите, такой. И поперечные линии всегда есть. Вот эта стена. Посмотрите, на какую длину, на какую дистанцию тянется стена именно. А не просто скала. Тут дом, видите, какой-то. Да еще какой-то, видите, весь веселенький, да? Видите? Обалдеть. Неужели там живут? Фу. А еще у меня уже ладошки сырые. Блин. Но ничего, я дойду. Кстати, сколько уже этих? Я потом посчитаю, сколько этих штук. Блин, стоит. Тут, посмотрите. Явно, видите, дырка была в горе. Кстати, какой дом, да? Так, у меня сейчас ничего не вылечено. Ну вот, посмотрите, сейчас какой-то шатер, да, посмотрите. Тут никаких скоб нету, посмотрите, заметили? Видите, какой шатер, да? И все в одном цвете. И опять вот около него все время. Кстати, это мы в Домодосоле видели. Я еще думала, что это что-то, видите, около него все время какой-то квадрат из этих линий. Там уже тоже это, тоже неоднократно мы видим. Фу. Так, сейчас даже чуть-чуть как-то и вниз. Смотрите, видите? Оно сейчас уже сразу меня бум на место возвращают. Давай поднимаемся, посмотрите, какой подъем. Посмотрите, какая луч какой, да? Посмотрите от нее, посмотрите. Видите? Они все разговаривают тут между собой, скорее всего. Передают какой-то сигнал. Фу. А, это вот, наверное, вот та вот дорога была, да? Видите? Знаете, вы посмотрите тоже, как идет склон, да? По правилу того, что стены увеличиваются, уменьшаются. Ну, волнами идут. Ребятушки, это вообще ужас. Ужас. О, боже, какая классная погода с другой стороны. Так, ладно, все, включаю новое видео.